раннее утро. Сейчас задумка есть такая. Опять продолжаем искать дороги. И через лес потом в конце вот тех полей, где они там у нас, в конце вон тех полей, есть выход на урочище. Сейчас попробуем туда сходить. Вниз пролезем. Трава. Вчера сбежали за 2 часа. Сожрали насмерть. Значит, планируется идти вот вдоль кромки этого леса. И вот там где-то вход должен быть. Пойдем смотреть сейчас. Если пролезем. Там по лесу лезть недалеко, 500 метров по карте. Но не уверен, что я пройду. Ну, посмотрим. Не успели отойти. Вон там зеленый-зеленый. Уже что-то вылетело. Формат деньги. Ну да. Время 4:52. Деньга, деньга. Деньга. Даже это, годок не ходи. Какой смешной след остается трассы. Сшибаешь металлоискатель. Там видно. Можно по своим следам потом уходить. Да, что-то сегодня мало сигналов. Первый вот у меня. Такой вот. Перстачочек. Да, так без камня. Без камушек должен быть. Пришли. Вот вход, дорога шла, вот она. Трава ровно по шею. Кто-то здесь ходил. Ну кто, зверьё. Да, трава по шею. Не потянешь. По ходу дела до осени это все откладывается. Потому что полкилометра вот по этой траве, это мы будем сейчас все мокрые и насквозь. Ой-ой-ой-ой. Ну, пойдем по полям погуляем еще немного. План меняется. Корректируется. Вон оттуда пришли. Вон оттуда. Ну что, я предлагаю пойти опять левым. Где дороги были? Да, левым краем, где была дорога. Как я позицию сниму? Надо, вставай. Попробуем. Второй нечастый сигнал. Ну, нет, да. Третий. По кому направлению? Подняли. Николашка, что ли? Не вижу. Жаль. Сохран. Сохран. Да, Николашка. Дай-ка. 90-й год. Да? Да, как это, по 700. А, ну да. Не пойму. Н2. Да, жаль, не получилось нас туда пролезть. Ну, бог с ним. Стрёмно. Отложим. Да не стрёмно, просто мокрые будем. Сигнал терочный была 3.6. Вот тут тройка, шестерка. Это, в общем-то, фольговый сигнал. И вылетает монета. Ну, по логике, может быть, советик. Но она помнит. Что если это не советик, тогда я вообще не понимаю ничего. Да, это щитовик. Щитовик, да? Ну, копейки. Логично. Тогда ладно, тогда я успокоился. Что если бы это была медная монета, я бы... Это щитовик. Нет. Ну, она медная, никель. Ну это медно-никелевая, она... Да. Ну и 20 копеек. Сигнал, говорят? Да, но он ушел в 30-й. Перевернулась. Да. Не понял, ты сегодня в оператора играешь? Да, я сегодня онлайн.
Я сегодня перстачок свой нашел. Это нечестно. Где она? Да вон она, господи, я ее вижу даже. Под червяком. Я не вижу. Под червяком. Червяк пытался украсть у меня монету. Так, ну хоть еще какую-то империю ковырнули. Да, блин. Лужи нет. Лужи нет. И салфеточка. Давай. Там, где выступ... Ой, ё-моё. Там... были здесь, поднимали много этих екатерининских монет. Вот сейчас туда попробуем сходить. Ну, конечно, да, поля уже все... Фуф! Трава, да еще роса. Я не вижу. Пустка, что ли, дай-ка. Не знаю. Да нет, никакого пустка. Павел. Павел? Да. Копейка. Полоска. Ага. Ну, убитая, походу. Ну да. Павел? Павел, Павел. О, да. Дядя Паша. Вот она. Копейка. Какого года, не знаю. Да ну, чистить надо. Помою, скажу. Итак. Ой, блин, да симпатичный. Прям на дороге. 100 раз по этой дороге ходили, по тракту. Просто вот 100 раз. Ну. Все, ходим, бродим. Ну как, 2 часа ходим. Меня наконец-то монета вылетела первая. Павел. Ну, здесь не видно. Сходим еще раз на Петровскую дорогу, туда попробуем. Капусточка выскочила. Вот такая вот. Так, обручалочка гнутая. Медная. Без надписей. Нечастый гость здесь. Душечка 26-го. Идем туда. Все, пытаемся найти Петровскую дорогу. Подул легкий ветерок, полегче стало. 3 часа в пути. Опять чибисы повыскакивали. Монета вылетела. Ну, на, сохран плохой. А что за монета? Полушка? Полушка. Полушка, говорят. А, ну да. Ладно, начинаем возвращаться к машине. Вдоль леса вот сейчас здесь пойдем. Сейчас солнце задралось. Солнце вылезло. Ну, здесь ничего. Идем. Все. Все устали. Не, я бы еще ходила, если солнце не валит. Солнце, да, и тяжело. Да и ехать. Да и ехать надо. В монастырь еще заскочить хотел. И появился на свет. Первый наш серебряный крест. Серебряный крест. Но может и не серебряный. Может и не серебряный. Но белый. Но серебристый. Скажи. Я думаю, серебро. Да, просто какой интересненький.
Такой крестик. И еще один Павел. Все, уходим уже. Вот у нас раз ямка, у нас два ямка. А вот здесь деньга. Ну, здесь тоже что-то как. Вот у нас деньга. Это у нас маленький Павел. Подросток. Все, уходим к машине, уже невозможно стало. Слепни, достай. Жарко. Жарко. Все, уезжаем с поля. Время 9 часов утра. Жара 25. Уже на термометре невыносимо. Ну, слепни очень много. Выковырили своих там десятка-полтора монет. Все равно. Очень надеемся и ждем, когда его скосят, когда оно подсохнет. Я сегодня только из луж доставал монет. Оп! На ходу пытаюсь снимать. Такой коротенький коп. Время особого нет на этих выходных. Не было. Сейчас попозже поедем в монастырь Толкский. Съездим. Ну, потом в Москву.